друзья, я приветствую вас в этом гостеприимном доме, в этом гостеприимном русском посаде, где нам, нашим и моим сотрудникам, и коллегам всегда очень тепло и уютно существовать, приходя сюда из города Москвы. Я хочу прежде всего, открывая мое выступление, поблагодарить в буквальном смысле весь коллектив Кремля в Измайлово, потому что именно весь коллектив народным порывом организовывал и формировал эту выставку и этот проект, который для нас очень трепетен, очень дорог. Мы очень горды тем, что в наше трудное время это международный проект. И мы не случайно его разместили в датах. Первая пресс-конференция была 9 ноября, День памяти жертв Холокоста. И 21 ноября, можно сказать, великая дата в истории человечества, проведение знаменитого Международного Нюрнбергского трибунала. Впервые в истории международный трибунал осудил международные явления, которые принесло человечеству самую страшную память, которая, может быть, и до сих пор, и на будущее должно быть предупреждением. И как бы мы ни хотели, и как бы мы не хотели забыть. И то зло, которое регулярно поднимает голову, оно не забудется никогда. Потому что все люди, которые ушли от нас трагически, в боях, в таких концентрационных лагерях, как Сиес-Синовац, уникальный проект Ирины Ребровой, он уникален тем, что память об этом преступление, она выявлена в наши годы практически из ничего. Мне гордо, что это наше соотечественница сейчас проводит подобную выставку в Германии. А мы свою экспозицию посвятили жизни. Мы посвятили жизни, потому что хлеб – это жизнь. И хлеб объединяет все народы, потому что все народы его выращивают, и календарно, начиная с весны, его сеют, летом растит, осенью собирает, зимой готовится к посеву и обеспечивает этим жизненным главным продуктом жизнь на земле. Нашим партнером выступил уникальный в России Всероссийский научно-исследовательский институт хлебопекарной промышленности. Тут ну, разные названия в разное время. Например, его ленинградский филиал во время Великой Отечественной войны занимался тем, что спасал жителей Ленинграда своей рецептурой хлеба, который каждый раз претерпевал изменения в зависимости от той ситуации, которая складывалась в городе. И отдельная экспозиция у нас представляет этот институт. Этот институт сегодня нам сюда предоставил, и вы видите на стеклянном кубе поднос, там находится хлеб, испеченный в рецептуре 1942 года в Ленинграде. Это живой хлеб, это здоровый хлеб. Пайки хлеба ленинградские, которые представлены на весах, представлены этим же хлебом. Там ровно 250 грамм норма и 125 вторая норма. А мы представляем то, что составляло ручной труд и то, что давало эту жизнь. Но для того, чтобы понять значение хлеба мира, нельзя обойти, не зная о хлебе войны. Я буду говорить сейчас языком документа, потому что сегодня тема «Право на жизнь» стало настолько актуальной, настолько острой, что буквально каждый из нас с вами на своем месте
решает этот вопрос. Не только в отношении себя, но и в отношении своей страны и будущего всего человечества. Мы сегодня с вами выступаем как единый голос. Каждый из нас практически находится на рубеже этой борьбы. Та выставка, которая у нас сегодня представлена, это фактически документальный конспект истории. Сегодня каждый из нас, вчитываясь в строки, в сюжеты, в трагедии, всматриваясь в эти фотографии, чувствует очень острую преемственность поколений. И сегодня наступил именно тот момент, о котором нас предупреждали, когда я училась в ВУЗе. Нам сказали, наступит момент, когда на наши плечи ляжет ответственность за жизнь и благополучие не только страны, но и всего человечества. Дай Бог, чтобы этот срок произошел как можно позже, чтобы вы сумели созреть. И вторую фразу, которую нам сказали, я ее говорю всем своим студентам на всех выступлениях. Даже когда я вывозила наших по поддержке соотечественников за рубежом, в 2002 году московская мэрия вывозила по Болгарии 33 журналиста на уровне главных редакторов, замглавных редакторов региональной газеты. У нас было большое путешествие по Болгарии перед первым посещением российского президента этой страны. И там, сидя с нашими журналистами на такой круглосуточный канал молодежный, был очень такой интересный, очень такой, знаете, живой, очень такой поверхностный. И наш один журналист из Новосибирска, Владимир, он просто процитировал новую выпущенную историческую энциклопедию Болгарии, где было написано, что Россия и Болгария всегда были противниками. И как историк он очень на пальцах просто объяснил, что происходит у них в стране. А я повторила эти слова, которые сегодня произношу здесь. Как нам сказали наши учителя, преподаватели, те, которые принимали участие в боях. Мой преподаватель, профессор театроведения Николай Сечерьяш, во время войны молодым человеком был резидентом советской разведки в городе Симферополь. И до самой смерти он был почетным жителем этого города. Когда я его спросила, скажите, пожалуйста, Николаевич, а что было самое страшное? Он, знаешь, сказал, страшное самое было, когда ты девочка отправляешь на задание и ждешь. И вот это ожидание страшное сейчас. Это крупнейший наш советский историк балета, который воспитал не одно поколение студентов, и один из которых нам на задание сказал, каждый из нас сдает свой экзамен на любовь к родине. И вот сейчас на этом рубеже мы с вами находимся. Мое выступление посвящено практическим статистическим данным. Их надо зачесть, потому что иногда документ гораздо острее об этом говорит, нежели наши слова и даже эмоциональные речи. Пониманию хлеба мира нельзя прийти, не зная о хлебе войны. В СССР до Великой Отечественной войны на территории, которая потом была временно оккупирована немцами, вырабатывалась более половины продукции земледелия и животноводства. В связи с этим в военное время страна ежегодно теряла более 5760 тысяч тонн зерна или 300 миллионов кубов. Во время войны было разграблено и разорено 398 тысяч колхозов, 1876 совхозов, 2890 машино-тракторных станций. Кроме того, в начале войны было призвано в армию от 60 до 70% председателей и бригадиров колхозов. В колхозах осталось столько женщин и детей, ушедших на фронт. Им пришлось нелегко. Если учесть, что сельское хозяйство не только пополняло армию людьми, но и поставляло на фронт механизированные средства, в частности 75% автомобильного парка и скот. В конце 41 года на селе осталось 39,8% довоенного поголовья лошадей.
На Нюрнбергском процессе были приведены данные ущерба, причиненного немцами нашему сельскому хозяйству. В ценах того времени сумма ущерба составляла 181 миллиард рублей. В годы войны Сибирь и воевала, и армию кормила. В 1941-1945 годах производство зерна было организовано на значительных территориях восточных районов страны, главным образом в Сибири, Казахстане и Средней Азии. Так, в 1941 году площадь посевов в тылу по сравнению с 1940 годом увеличилась более чем на 2 миллиона гектаров. В 1942 году еще на 2,8 миллиона гектаров. Хлебный потенциал Сибири всегда был высокий. В начале Великой Отечественной войны из Сибири на фронт направлялись не только дивизии для спасения столицы нашей Родины Москвы от немецких захватчиков, но и эшелоны с хлебом. Осенью 41 года Сибирь поставила на фронт 2880 тысяч тонн зерна, что составило 75% от всех хлебозаготовок страны. Этого количества зерна было достаточно для того, чтобы прокормить более 25 миллионов человек в течение года. На фронт было отправлено около 700 тысяч тонн сухарей. В последующие годы этот поток постоянно увеличивался. За годы войны новосибирцы сдали государству 1552 тысячи тонн зерна. Этого количества хватило бы прокормить все население сегодняшней Новосибирской области хлебом в течение 5 лет. И мельницы сражались. Поступающее на фронт продовольственное фуражное зерно нужно было перерабатывать в муку. А мельницы, как и другие предприятия, при отступлении войск уничтожались. Вручали разработки инженеров, мукоморов и хлеботехников. Чертежи были разосланы по фронтам, и вскоре передвижные мельницы и пекари начали изготавливать в военных мастерских. Одна из таких мельниц стоит у вас перед глазами. Действующая армия функционировала в настоящей мукомольной отрасли. В 1941 году работало 80 мобильных мельниц. В 1944 уже 47 передвижных мельниц и 160 крупоружек. Походные мельницы перемалывали 3400 тонн зерна в сутки. Для сравнения, производительность крупнейшего в Сибири мельзавода номер один в Новосибирске сегодня составляет 750 тонн зерна в сутки. Мука из зародышей пшеницы и коктейль Молотова родом из НИИ хлебопекарной промышленности. На экспериментальной мельнице Всесоюзного научно-исследовательского института зерна и продуктов его переработки, расположенного в Москве, во время войны вырабатывали гороховую муку, которую затем брикетировали и отправляли на фронт. Группу ученых этого института Тарутину, Братухину, Драгалину и Соседову было поручено создание витаминной муки зародышей пшеницы, которая тотчас направлялась в госпиталь для скорейшего выздоровления раненых. За эту разработку ученым была присуждена сталинская премия. Так что не зря некоторые сегодняшние препараты на этой основе преподносятся чуть ли не как панацея от ряда заболеваний. Фронтовой боец. Это особая история. Победа далась Советскому Союзу народу невероятно тяжело. Однако паёк фронтового хлеба не менялся на протяжении всей войны. Кроме того, на продукты нормированного снабжения были сохранены довоенные цены, что не имело прецедента в истории мировых войн. Тем более, что в годы войны наиболее богатые зерновые регионы Советского Союза были оккупированы немцами. В противовес этой деятельности я хочу перевести документ. Был так называемый Иостерброк – хлеб только для русских. Особенно тяжело в военные годы приходилось нашим военнопленным. Для советских военнопленных гитлеровцы выпекали специальный хлеб. Он назывался Остенброк и был утвержден имперским министром продовольственного снабжения в Рейхе 21 декабря 1941 года как хлеб только для русских. Рецептура хлеба Остенброк включала в процентах выжимки сахарной свеклы 40%, отруби 30%, древесной опилки 20%, целлюлозная мука из листьев или соломы 10%. Во многих концентрационных лагерях военнопленным не давали такого хлеба. И тем не менее, наш народ пережил все, выстоял и победил в самой кровопролитной на земле войне.
известный писатель Кармазин писал: «Хлеб вобрал в себя, как самый емкий в мире аккумулятор, всенародный неустанный труд, силу и мощь человека, на котором только способен его настойчивость, мужество и героизм, наконец, все мысли, чувства граждан нашего Отечества. Хлеб всегда сражается, не иначе, как за высокий человеческий идеал».